Что самого необычного можно сегодня найти в сумочке? Always. В сумочке? С собой нет, но представим. Просто я с собой сегодня взяла две сумочки. В одной ноутбук, две пары обуви и... Это не сумочка. Это сумка. А во второй ничего. Я не знаю, как так случилось. А вторая для красоты просто, чтобы повесил и пошел. Так, как будто ты ни о чем не думающая, радостная женщина. Это имиджевая сумочка.